Крепкий орешек. Ни войной, ни мольбой не достучаться до тебя. Раз Сеченов сказал «фас», а слушаться ты не можешь хорошо. Реши мою задачу, Петри, а я попробую достучаться до тебя в последний раз. Раскрой в себе творчество. Обратись к правому полушарию своего мозга. Нарисуй картины грядущего, и ты увидишь, к чему приведет истинный план Сеченова. Холст ты найдешь прямо здесь. Режим отладки запущен. Введите команду. Да не очень-то я в этом как-то разбираюсь. Краса, давай ты. Аттитюд. Попробуем другую. Круазе по пятой позиции с руками в третьей позиции. Ты уже управился? О, как талантливо и скоро. Вижу, тебе не привыкать видеть такие картины. Ты хочешь подобного зрелища везде? Или тебя все же устроит мирное небо, беззаботное пение птиц и пушистое ощущение уюта? Отступи! Если не хочешь слышать тяжелую поступь роботов на марше против человечества. Режим отладки запущен. Введите команду. Да не очень-то я в этом как-то разбираюсь. Краса, давай ты. Пассе. Попробуем другую. Круазе по пятой позиции с руками в третьей позиции. Все, хватит. Так, это что такое сейчас было? Храс. Не знаю, о чем вы, товарищ майор. Поднятый вами щебетарь сломан и молчит. Режим отладки запущен. Введите команду. Храс, покажи услугу. Выдай даме команду. Что она там хочет? Первый арабеск.
Другую давай. Рельевы на пальцах в позе крозе по четвертой позиции. Большие руки Олинже. Другую давай. Аттитюд. Другую давай. Рельевые по пятой позиции в позе ФСЦ. Высокие свободные руки Валенше. Все небо в красках крови буйной. То был закат, а дальше мгла. Сеченов думает, что сможет контролировать коллектив в полном его понимании. Но закончили упражнение. Ничто не может контролировать такую силу. Скажи, Петри, почему ты думаешь, что роботы убивают? Просто так? Потому что я само зло и так их настроил. Ну все, попался, говнюк. Это твой последний номер. Слышь, ты ублюдок! Спектакль окончен. А вот и ты. Вечно дышишь мне в спину. Где доктор? Лариса, она меня бросила, представляешь? Я даже не знаю, где она, может быть, уже мертва. А что с Молотовым? Неужели он поверит словам Сечина? Молотов мертв. Тогда все понятно. Че тебе понятно? Коллектив активирует, и на этом все кончится. Кончится? А что плохого в том, если все будут отдавать мысленные команды роботам? Блядь, ведь ты ж, сука, сам создал эту систему! Потому что я не знал, как ее собирается использовать Сечин. Уж точно не так, как ты. Он не собирался никого убивать. Ха! Серьезно? Ты правда в это веришь? А с чего тогда эти мирные роботы кинулись крошить всех подряд? Потому что ты их всех перепрограммировал! Ха-ха! Да неужели? Господи, какой идиот! Ты хоть представляешь, сколько времени занимает прописать функциональный алгоритм действий? Хотя бы для одного робота. А тут их десятки моделей. Ничего. А то, чтобы его режим был заложен в них еще на этапе конструирования, другое дело. Что никто не планировал применять его на территории СССР, и тут действительно постарался я. Но уверяю тебя, то, что задумал Сеченов, намного хуже, и я просто обязан его остановить! Хватит! Мне надоел этот бред, который творится у тебя в башке. Ты сейчас же мне расскажешь, как вывести роботов из боевого режима. Прости. Этого не будет. Еще как будет. Я все подготовил. Стой! Этот день должен был стать... Что я сказал? Особенным для нас. В день запуска коллектива я хотел сделать ей предложение. Символично, что это произойдет именно здесь. В театре. Передай это Ларисе. Блядь! Сука! Твою мать! Блядь! Твою мать! Ну все, пиздец. Блядь. Ебать ты, клоун. Вот теперь ты точно мертв. Сука! Патри вызывает Челомей. Прием. Наконец-то. Виктор, у тебя? Петров покончил с собой. Довольно изобретательно, и... я не смог этому помешать. Да что ж такое? Голова цела? Голова не пострадала, лежит у меня под ногами. Сохрани голову, Петри. Я высылаю тебе специальный контейнер. Положишь ее внутрь. Автоматика все сделает сама. Ты ошибся. Ты ошибся снова. Ты ошибся. Ты будешь. Ты будешь.
ты будешь жалеть себя. Дамы и господа, добро пожаловать на наше изумительное представление. Сегодня вы увидите дебютирующую звездочку нашей программы. Девушка может немного стесняться. Номер до конца не отрепетирован, но шероховатости мы поправим в процессе. Впрочем, они только добавят шарма. С невероятным удовольствием я представляю вам нашу куколку. Но... Майор, вы... Молча! Давай сейчас тут просто молча, лады? Сынок, ты обыскал тело Петрова? У него при себе не было пары золотых колец с литерной маркировкой? Никак нет, Дмитрий Сергеевич. При себе у Петрова ничего не имелось. Понятно. Не теряя времени, направляйся в комплекс Павлов. Так точно. Уже спешу. Oh,
товарищ майор, опишите свое текущее состояние. Я регистрирую потерю внимания и мощный эмоциональный всплеск. Состояние, блядь? Да в ахуе я просто, ёпта! Я снова провалил задание. Что со мной происходит? Виктор мертв, у меня его башка. А Сеченова, блядь, это устраивает, понимаешь меня? Нет, товарищ майор. Я разные вещи делал, но я не таскал человеческие головы как трофей. Ты видел этого огромного робота в театре? Боевой робот в театре ХРАС. А знаешь, что бесит больше всего? Нет, товарищ майор. Кольцо! Ёбаное, блядь, кольцо, которое мне дал этот ёбаный Петров. Знаешь, почему меня это так бесит? Нет, товарищ майор. Вот и я не знаю, сука. Ладно, нормально. А, я нормально, нормально. Так, нам в Павлов. Идеи есть? Секретный комплекс Павлов находится на отдаленной территории предприятия 3826 Сахалин. Проложить туда пеший маршрут довольно сложно, учитывая большие скопления врагов. Я бы предложил передвигаться на транспорте. И, товарищ майор, самое время улучшить свой арсенал настолько, насколько это возможно. Будет не лишним поискать научные полигоны предприятия. А, ну все, поплакались. Погнали дальше. Ну-ну, майор, как скажете. Сохранение данных.